Уважаемые сограждане, друзья, коллеги, хочу вас поздравить от всей души с наступающим Новым годом, пожелать в первую очередь, конечно же, здоровья всем, чтобы надежда на лучшее никогда не угасала в ваших сердцах. И, как говорил поэт, национальный украинский поэт, «Борітесь і поборете». Если вы будете все молчать, если вы будете позволять так с собой поступать, ничего в стране не изменится. Исключительно в ваших руках, в ваших силах что-то изменить в этой стране. Это уже показали украинцы не один раз. Поэтому разрешите всех вас поздравить и за вас.